про спектакль «Я тебя больше не знаю, милый», который для меня был не просто премьерным, а он был для меня дебютом, моим дебютом в театре Вахтангова. И так получилось, что меня ввели вот как раз за 2 недели до спектакля, потому что артистка сломала ногу. И Роману Григорьевичу сказали, что вот есть девочка, которая танцует. И, естественно, весь рисунок роли был изменен абсолютно. Я играла твою дочь, по-моему, да? Вот, и меня потрясло вот это отношение Романа Григорьевича вообще, вот, ну, казалось бы, да, вот просто абсолютно переделать все. И он всегда фантастически выстраивает поклоны. Это отдельный спектакль. И я у него набралась наглости, девочка, только что пришедшая в театр, и спросила: «Роман Григорьевич, а почему вы это делаете? Вот прям вот целый спектакль, вот отдельно каждому артисту». На что он мне сказал: «Тише, деточка, ты 3 часа отдавала им энергию, теперь забирай обратно». И я это запомнила на всю жизнь.